Во время прямой линии к мэру областного центра поступило более 30 звонков. И многие вопросы, которые задают горожане, нельзя решить, лишь пообщавшись. Для некоторых случаев необходимо совершить выезд на проблемные территории. Поэтому сегодня градоначальник отправился на 3 адреса, чтобы лично проверить и решить, какие необходимо предпринять дальнейшие действия. Посещение Берзина 17Б, действительно, с 18 года там существует проблема, дверей нет. Ящики почтовые не меняются, перила отсутствуют или до ненадлежащего состояния. Вместе с муниципальным жилищным контролем и управляющей компанией определили, что замена окон в подъездах будет произведена в октябре этого года, и на следующий год подъезд будет полностью отремонтирован. Хотя мне очень понравилось, вышли люди с 4-го этажа, говорят: Юрий Федорович, у нас все хорошо, занимайтесь другими более важными проблемами. Но я хочу сказать спасибо за эти слова, но тем не менее, любая проблема, она существует, и ей нужно заниматься, независимо от того, какие есть проблемы более сложные. Кроме этого, на улице Гагарина, 21А, жительница дома пожаловалась на состояние детской площадки. Женщина очень любит свой двор и всегда с радостью приводит его в порядок, но есть вещи, которые она не в силах исправить. Например, вокруг площадки отсутствует часть ограждения, которая создает прямой выход на дорогу. И бывают моменты, когда дети, заигравшись, выбегают через эту дыру. К счастью, пока не было несчастных случаев, однако всегда лучше перестраховаться. Поэтому Юрий Гришан сразу же сообщил, что этой проблемой займутся и ограждение починят. Смотрите, что творится. А вот поэтому... Лебединое озеро, вон бочки с цементом, никому дела нет. Правильно, потому что здесь никто никогда не делал. Сейчас делают вот тот двор, и мы заезжаем следом сюда, в этот двор. Здесь вот на Якутской 66, где стоит гараж, на самом деле здесь имущество, ну, мы все сносим, это да, но в данном случае надо подойти таким образом, чтобы человек не пострадал, потому что там инвалид в семье, мы временно приняли решение приостановить и искать участок, где предоставить место для установки этого гаража.